Третье, лауреаты чуть-чуть не дотянули. И 2 года подряд лучшие в округе. Участвовал 23 лечебных учреждений. С особой гордостью и трепетом заведующая Юлия Баширина показывает заслуженные статуэтки. Известие о победе в 5-м окружном конкурсе «Жизнь – священный дар» коллектив в связи с пандемией встретил здесь, на рабочем месте. Среди 23 лечебных учреждений округа показатели рождаемости отказа от абортов нашей женской консультации оказались, как и в прошлом году, лучшими. Все это благодаря слаженной работе молодых и опытных специалистов. У молодых больше амбиций, больше сил и больше возможностей. Поэтому построить работу и настроить на лад, учитывая их амбиции, знания плюс опыт старших коллег – вот успех. Но нет, даже самое главное, может, это любовь к профессии. Скорее всего, да. Помимо заслуг коллектива, известие о личной победе получила и Анастасия Бронникова. Молодой врач-акушер-гинеколог стала лауреатом конкурса в номинации «Личный вклад в защиту жизни». На вопрос о секрете успеха и высоких показателях женский врач отвечает с улыбкой. Главное же не количество, а главное эти женщины, которые потом приходят счастливые, довольные, их не лица вообще никогда не забудешь, когда они заходят уже после родов с счастливыми глазами, говорят спасибо, что вы отговорили. Вот это самое главное. Главной целью окружной конкурс считает сохранение жизни детей в период их внутриутробного развития, которое достигается с помощью профессиональной работы акушеров-гинекологов. В прошлом году в Пытьяхе родилось 35 детей, матерей которых врачам удалось уберечь от совершения необдуманного поступка. По данным медицинской статистики, еще 5 лет назад пытьяхские женщины более 300 раз обращались в медицинскую организацию для прерывания беременности. Но в 2019-м их число уменьшилось до 156.